Здравствуйте, меня зовут Александр, и я расскажу вам о водоочистителе Aquaphor Crystal Eco и его модификации Aquaphor Crystal Eco H. Aquaphor Crystal Eco, как и другие водоочистители семейства Crystal, это компактный, эффективный и удобный фильтр, который превосходно и быстро очищает воду. Он легок в использовании и прост в установке, но секрет Aquaphor Crystal Eco не в этом. Благодаря технологиям Aqualene Carb Fiber Block фильтры Aquaphor с легкостью удаляют из воды свинец, хлороформ, фенол, диоксины и другие токсичные примеси. Но иногда этого недостаточно. В результате весенних паводков, аварийного состояния труб или просто за городом в воду могут попасть болезнетворные микроорганизмы или цисты кишечных паразитов. Для борьбы с ними можно использовать хлор, биоцидные добавки, кипячение. Но Aquaphor предлагает более эффективный и безопасный метод – микрофильтрацию. В Aquaphor Crystal Eco этот метод реализован при помощи японской полуволоконной мембраны. Она представляет собой пучок полых волокон, тончайших трубочек. Стенки этих трубочек имеют пористую структуру. Вода проходит сквозь поры, а все микробы отфильтровываются. Ведь размер пор составляет всего 100 нанометров. Это в 5 раз меньше любого микроорганизма. Этот метод настолько эффективен и безопасен, что в японских медицинских учреждениях такие полуволоконные мембраны используют для стерилизации плазмы крови. Но это еще не все. Благодаря запатентованной конструкции коллектора и новой концепции сменных элементов, Aquaphor Crystal Eco получил целый ряд преимуществ. В Aquaphor Crystal Eco сменный фильтрующий картридж выполнен в виде единого блок-модуля с прочным пластиковым корпусом, выдерживающим давление 35 атмосфер. В отличие от корпусных систем, где фильтрующий модуль вставляется в стакан, при замене модуля водоочистителей Crystal Eco вы обновляете не только фильтрующую среду, но и фактически весь корпус водоочистителя. Тот, кто хоть раз пытался отмыть корпус фильтра от накопившейся внутри грязи, обязательно оценит данную конструкцию. Да и сама замена модулей стала простой и быстрой. Нажмите стопорную кнопку, поверните модуль против часовой стрелки, вставьте новый модуль в коллектор и поверните до щелчка. Вот и все. Aquaphor Crystal Eco самый компактный из трех корпусных водоочистителей. При этом количество сорбентов в сменных блок-модулях увеличено на 10% по сравнению со стандартными 10-дюймовыми картриджами. Это позволяет добиться еще более высокого качества очистки и увеличить ресурс водоочистителя. Сменные модули Crystal Eco изготавливаются из активированного кокосового угля и высокоэффективного волокнистого сорбента Aqualen по технологии Carb Fiber Block. В зависимости от назначения, модули различаются по плотности и соотношению компонентов. Кроме этого, при изготовлении модулей используется технология динамической фиксации серебра. Это позволяет использовать активное серебро в качестве бактерицида в соответствии с требованиями европейских стандартов. Если требуется не только очищать, но и умягчать воду, вы можете воспользоваться модификацией Aquaphor Crystal Eco H с дополнительным умягчающим модулем. Модуль наполнен ионообменной смолой и требует периодической регенерации раствором поваренной соли. Для регенерации в комплект фильтра входит специальный переходник. Если вы приобрели водоочиститель Aquaphor Crystal Eco, то в коробке вы найдете коллектор, сменные блок-модули, узел подключения, подводящие трубки и кран питьевой воды. Все, что необходимо для установки фильтра. Для монтажа вы можете пригласить специалиста или установить фильтр самостоятельно, ведь это довольно просто. Определите места для крана питьевой воды и самого фильтра. Перекройте воду и установите узел подключения перед гибкой подводкой кухонного смесителя. Установите кран питьевой воды. Закрепите фильтр при помощи саморезов. Подсоедините фильтр, откройте воду и проверьте соединение на герметичность. Промойте водоочиститель в соответствии с паспортом. Вот и все. Теперь на вашей кухне появился отдельный кран с прекрасной питьевой водой, и вам только остается ею пользоваться. Производительность фильтра 2,5 литра в минуту. Это позволяет не только быстро набрать кастрюлю или чайник, но и мыть чистой водой овощи и фрукты. А ресурс фильтра целых 8 тонн, так что чистой воды хватит не только вам, вашим питомцам или растениям, но даже утюгу. А когда через полтора года придет время менять модули, это займет всего 2 минуты.
Теперь на вашей кухне появился кран с чистой питьевой водой, и вам лишь остается ею пользоваться. И главное, бактерии вам больше не страшны, ведь у вас Aquaphor Crystal Eco.